мама так привычно с пианино говорить. Стоит только приглядеться, целый мир собрет вокруг. С золотой мамой сердце, ласка добрых рук. Ему шептали мы всегда добрые слова, и наши дети росло, листочки появлялись. Восьмое близилось число, и все мы волновались. Оно так медленно растет, но станет повыше. А если станет вот таким, вам придется крышу. Причем тут крыша? Погляди, уже на каждой ветке для наших мам и бабушек качаются... Ответки! Да. И нам понравился. А давайте мы узнаем, что у наших конфетах есть. Может, там мармелад? Нет! Может, там шоколад? Нет! Там орехи? Нет! Идет кругом голова. Ну что же там в конфетах? Давайте мы с вами посмотрим. Первая конфета. А здесь записка от девчат. Поздравить мам они хотят. Выходит Катя Балабанская, Вика, Виолетта и Ксюша. Девочки, на середину. Виолетта, сюда, сюда, на середину. Катька, начинай. Громче. Мама, я выиграла. Маму любят. Любят маму. Маму любят не только дети, любят все вокруг. Если вдруг беда случится. Если вдруг беда? Если вдруг беда, мама любит меня, выручит всегда. Мы порой так упрямо, тесто сердце у наших мам, больше всех нас любит мам, и без мам тут трудно нам. Я поцелую, а ему хлопота, я хочу. Мы артистки, просто класс. И этот танец с куклами мы приготовили для вас.
гобелена для питья? Нет. Полевые цветов букет? Да. 10 пачек сигарет? Нет. Вас гитара и кларнет? Да. Педигри и китики? Нет. Яблок килограмма 2? Да. Книга «Вкусная еда»? Нет. Кухня «Новый табурет»? Да. От папочки привет? Да. Хорошо, а вот сейчас мы посмотрим, что же умеют наши мальчишки. Ко мне выйдут Андрей, Боря, Миша, Даня Некрасов, так, Тимур у нас нет, и Арсений Сипов. Ходите на серединку, мальчишки. Андрюша, начинай. Детский сад сидит кокули, сегодня праздник у мамули, у сестренки, у бабули, сердце удивит, как поздравить, страдалит. Потому что они лихо справляются с домашними.